Окей, йоу, гейс, вышмики, мы продолжаем проходить игру под названием Spanish Pop SquarePants Battle for Bikini Bottom. Ну что, в принципе, в роком бауте мы были. Теперь мы идем в какие-то горы. There's nothing like the smell of bubbles in the morning. Smells like victory. Up for a game of SpongeBob? Полетели. Зимнее логово какое-то. Sand Mountain, where sea creatures go. Песчаная гора. Сюда стекают морские обитатели, чтобы насладиться вечерними падением. Squidward, Squidward, я так рад тебя видеть. Мне снова нужно одолжить твою зубную щетку. Что? Ты ее и раньше брал? Ну да, много раз. Подумал, что если ты не узнаешь, то не будешь против. Прекрасно. Мне все равно. Я и так полностью разбит. Хотел познакомиться с спортом, отвлечься от бардака с работами, и вот все испорчено. Из-за зубной щетки? Нет, это не проклятые работы. Роботы, они захватили трапты. Кататься на лыжах, если повсюду эти отвратительные штуки. Послушай, Губка Боб, ты должен помочь мне. Мне шарики зайдут за ролики, если я немного не расслаблюсь. Я обратил внимание, что если шарики и ролики хранили в разных мешочках, они друг за друга не заходят. Кстати, мои как раз со мной. Смотри, как украшено. Забудь о шариках, у меня есть идея получше. Если ты избавишься от роботов в конце каждого склона, я дам тебе одну из этих золотых лопаток. Ну, даже не знаю. Шарики и ролики звучат как-то поинтересней. Ладно, ладно. За каждый свободный склон я дам тебе по лопатке. По рукам. Ага, нихера себе не дадут лопаток. За каждый склон. Ага, окей. Ну смотрите, это лед, он скользит. You've just met the Sponginator. Так, лишний раз, чтобы... О, домик. Так, вы хотите за билет на лифт в... к группе Маунтам. Хочу билетик. Долгие нудные загрузки. Групп Маунт. Нихера тут склон. Я заднюю раз спускалась по этому холму, обычно кубарем. Чертовы дети считают, что меня забавно толкать. Но если сможешь победить мой рекорд и спуститься быстрее, я дам тебе золотую лопатку. Принять испытание на время, да? Блин, просрал. Не, ну вот это прикольно. Да, попробовать. Подождите, я тут могу и за Сэнди сыграть. Я же все правильно понял. Думаю, я правильно понял. Thank you.
что я искал? То есть, подождите. Временное задание не взял, во-первых. Ну ладно. Хотя бы просто доедем. Так, а теперь узнать. Мне бы сейчас обратно вернуться, на самом деле. Так, кнопку нажал, а там я не нажал. Так, это выход. Но мне все равно нужно сейчас одолеть мисс Пафф, чтобы получить лопатку. Один фиг. Ау. Да изи. Изи. Интересно, это один и тот же выход? Поздравляю, ты замечательно справился. Так, уже у нас две лопатки есть, и мы прошли с вами только одну комнату. Если верить картинке, еще должно быть три. Ну, когда мы, типа, заходили на такси сюда. Я не думаю, что только тут один домик. Вот и второй домик пожаловал. Получается, я должен еще платить по 1000 с чем-то за вход в дверь. Flounder Hill. Ну, короче, у нас здесь уже в основном только гонки будут. Я летаю как ветер и пахаю как морская пчела. Если сможешь победить мой рекорд по спуску, я дам тебе золотую лопатку. Да, принять. Меньше раз во врагов попадаю. Мне же самому легче. Я не знаю, но я выбираю этот путь. Feel like a new sponge.
Если есть сокращение пути, нужно его использовать. Я даже не вижу, где можно сократить. Fresh, like a spring breeze. Ну, хотя бы успел. Подожди, а Сквидвард был... Ну ладно. Ну там снеговика я видел. Поздравляю, Кубкову, ты победил мой рекорд, держи лопатон. Мне, короче, снеговиков, да, теперь надо уничтожить. Fresh, like a spring breeze. Но снеговиков надо еще увидеть. I feel like a new sponge. Окей, поедем по этой трассе. Нихера там усложнили. Потом нужно будет в какой-то момент там не прыгать. Только в какой момент, я не помню. Там, когда нужно было на центр, выбирать, типа, куда. О, вот здесь. Like a spring breeze. Это чекпоинт у нас, если что, есть. Да? Да, отлично. Именно так, как я и хотел. Заново? Да ладно. Вы издеваетесь? Сука. Ладно. Проверю этот путь. I feel like a new sponge. Ну, просто бежим к выходу. Что мне? Мне, скорее всего, за снеговиков дадут либо лопатку, либо носок. Ни больше, ни меньше. Ну, слушайте, за один домик получать сразу лопатки, в принципе, тоже нормально. Это последний, да, у нас домик?
Чем дальше, тем крутые объезды. Тут надо знать тоже дорогу, потому что можно очень хорошо сократить, а можно вообще песочная гора, а можно вообще не сократить. Ну как мне вот помнить все по этим показаниям? Я быстрее ветра, мой рекорд. Но спуск с горки побить невозможно. Но я дам тебе золотую лопатку, если справишься. Ну что, поехали. Ага, они еще и ёрзаются здесь. Просто едем за шаром. О, нифига себе. О, там это был фиолетовый цветок. Дрифтинг на языке. Лиз дрифтинг. Ух, сейчас было опасно. Да по централке поедем. Думаю, если б я... бы не пошел, ну типа, с шансом того, что я вообще упаду, то, скорее всего, бы я проиграл. Так я ж тебе нажал тоже, алло. Поздравляю, Кубка Боб, ты победил. Мой рекорд, вот твоя лопата. Целых 50 лопаток. Уже есть. 6 лопаток чисто в этой... в этом уровне. А ну-ка. Ну да, я тебе получил, снеговиков не выполнил. И две вот еще. Скорее всего, за снеговиков мне одну лопатку должны дать, блин. Ага. И как вы мне это предлагаете сделать? Отсюда типа... вариант. И тут не варит.
Хы. Читер, читер, хы. Надо знать механик игр. Хотите попасть туда, куда невозможно попасть, просто делайте все по красоте. Привет, мой самый любимый и драгоценный друг, я нашел для тебя еще одну золотую лопатку. Вот это да! Можно мне ее забрать? Ну конечно, если не упадешь на самое дно этой ямы. Может, есть более безопасный способ? Вечно вы ноете про безопасные... Думаю, ты сможешь прыгнуть без тарзанки. Да. Идите всем во благо, приятели. Я не забуду помочь. Так, и не забудь помочь мне с помойным ведром. Так, а теперь вопрос. Ага, все, вопрос с исчерпан. И не говори. Ну, здесь наверняка найдется путь наверх. Уже нашелся. Изи путь. А куда именно наверх? Подожди. Нет ничего, с чем бы не справился лесной зверек. Типа и все. Теперь мне просто спокойно выйти. Особо никаких боссов. Как-то даже очень быстро мы это все сделали. Считайте, только сейчас... 23 минуты. Это я считаю вместе с интро. Ну, как не интро, а дисклеймером. Ну, в принципе, если это все, думаю, можно на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!